парусник из одноразовой тарелки. Нам понадобится одноразовая тарелка, пластиковый стакан для подставки, трубочка для коктейля, которая будет служить мачтой, бумага для паруса, якоря и флажка, ножницы, маркер, степлер, скотч. Маркером рисуем на тарелке линии, по которым мы будем ее разрезать. Отверстие в центре тарелки должно соответствовать диаметру трубочки для коктейля. Она будет служить мачтой для парусника. Разрезаем тарелку по линиям, оставляя неразрезанными места, где крепление для мачты с отверстием для нее будет соединяться с бортиками парусника. Складываем тарелку пополам. Вставляем трубочку-мачту в отверстие крепления. Степлером скрепляем дно парусника. Из бумаги вырезаем парус. Делаем в ней отверстие для мачты. Вырезаем якорь и флажок. Из одноразового пластикового стакана вырезаем подставку для парусника. Устанавливаем на подставку парусник. Одеваем парус, скотчем приклеиваем флажок к мачте и прикрепляем якорь. Наш парусник готов!